Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжаем играть в Dust. Нас попросила Кора собрать 4 предмета, 4 каких-то вещички ценные для нее. В общем-то, мы, по-моему, 2 уже собрали. Насколько я помню, осталось еще 2. Да, причем они в разных углах карты. Нам надо наверх идти. А правильно, да? 4 вещи. Кора попросил найти 4 сувенира в заброшенных особняках в окрестностях поляны скорби. Хорошо, хорошо. Этим мы и займемся, собственно говоря, сегодня. Ой, подожди. Нам надо наверх. Готов. Еще двое готовы. Деньги, блядь, стоят. Эх, нихуя себе, что это было? Новый уровень нам дали, да? И это прекрасно. Замечательно. Сейчас мы пройдем наверх. Что такое? Почему я его не смог долбануть в воздухе? Странно как-то. Но да ладно. Слушайте, с них денег что-то все больше и больше выпадает. Или мне кажется? Нет, только не ты, на. Только не ты, скотина. Ой, нормуль. Сейчас забьем, сволочь. Во, все, забили. С них вот нормально вылетает, между прочим, вот с этих вот телепортаторов. Цепь прервана. Что нахуй? Меня задела эта штука. Это скотобаза, а? Ладно, хорошо. Личинки с этих еще выпали. Замечательно. Замечательно, прекрасно. Ну что ты не сдох-то? Что ты не сдох? Это что такое? Кусочек кого-то? Ладно. А он пчел. Нет, это не пчелы, это шипы. И меня сейчас на них, наверное, закинет. А че я не портанулся-то, твою мать? Где у нас карта? Ой, блин, надо было нам портануться внизу-то там. А теперь придется идти пешком. Ну ладно, хрен с ним. Ой. Ой-ой-ой, не задеть бы только вот эти шипы. Ну не заденем, я думаю. Не заденем. Так, надо... Замочили, отлично. Подождите, надо включить обратно нам этот поток. Ой-ой-ой, да как так-то? Ну почему? Иди сюда, пчела. Почему, блядь, пчелы розовые? Я только сейчас заметил. Точнее, внимание обратил. Почему, блядь? Точнее, осы, блядь. А, у них тут гнездо. Что такое? Опять я захерачился? Ладно, хрен с ним. У них тут гнездо. Гнездище. Все, с этих вообще нормально. Нет, ну мы тут сейчас денег, конечно, нормально поднимем. Не вопрос. Только пчел надо еще замочить. Пчел. Да на самом деле пчелы не такая уж серьезная проблема. Стой, что за херня? Нам надо туда идти. Ого. А смотри-ка, мы его сейчас так грохнем. Он до нас долезть-то не может. Сука зеленая. Вот и все. Хорошо, что мы теперь умеем ползать по лианам. Блин, ну я уже за деньгами вниз-то не полезу. Что много времени слишком займет. Вот, здесь соберем. С каждого по 3 мешка, что ли, теперь вылетает. 4 вон с этого даже вылетело. А, здесь сундук у нас. Здесь сундук, сюда нам не надо. Ой-ой-ой, чем что-то, блядь, ценное упало. Ёпта, у нас сколько у вас тут. Че, бальзам силы какой-то я взял. Подождите, мужики. Мне надо проверить, что там с этого вылетело. Сейчас забьем их. Смотрите, блядь, не зря пошли. Какую-то схему нашли. Да ты сдохнешь, нет. Бальзам силы. Сейчас глянем. Сейчас до верха долезем. И обязательно глянем, что за бальзам силы. Вопрос, куда идти-то нам? Наверх? Нет, не наверх. Не наверх. Где-то же должен быть проход. Мы ж как-то сюда. Да ебаный ты рот. Ах ты, он меня захерачил, что ли? Вот скотобаза. Вот, еще он. Их много. Еще что-то. Кольцо какое-то. Кольцо зрения. А, ну у нас такое есть. Кольцо зрения. Прозрение. Опа.
Ага, я же за деньгами не буду туда нырять. Там внизу шипы? Шипы. Стоять, ну-ка, глянем. Схема колец. Великое кольцо ремесла. Вот атака плюс 20. Подожди, это у нас одето оно. Кольцо зрения. Кольцо ученика. 10 атака, бонус. Не, это не очень хорошие кольца. Ну-ка, вот... Что-то еще находили, блядь. Шокер, оболочка из плоти. Оболочка из плоти, да? Погодите, у нас что одето? 202, у нас 220 атак. Это просто великолепно. Мы хотели тогда вот это вот делать в прошлый раз. Но нашли чумное масло. А что еще-то мы нашли? Бальзам силы, атака плюс 30. А, вот это мы нашли. Все ясно, все понятно. Все замечательно, шмоток никаких нет новых. Пальто детектива, а у нас такое есть, да? Пальто детектива. Подвески никакие, тут не на кулон. У нас сколько кулон-то? 60 атака. Я думаю, тут у нас такого не будет. 100 защиты есть, защитный только кулон у нас еще есть. Хорошо. Хорошо, защитный кулон. Вот, мы, по-моему, на месте. Да, сейчас мы доберемся все-таки до этой домушки. До этого там поместья какого-то, в котором лежит очередной предметик, который нужен Кори, в свою очередь. Так, бомбезный. Бомбезный сдох. Опа, телепорт, отлично. Надо сейчас сохраниться. Давайте новый сделаем. Сохраняшка прошла, подлечились мы, все дела, все хорошо. Блять, ёбаный рот нахуй. Ой, я еще и горю. Хорош, блять. Поляна скорби. Что нахуй? Эй, погоди-ка, блять. Поляна скорби? А мне куда надо-то? Эх ты, а мне туда что ли надо, типа того, да? Ого. Ну ладно, пойдемте. А куда надо-то? Я не пойму. Поляна скорби. Правильно? А как мне туда пройти-то? Стоять. Карта, да? А, может быть, сверху? Уйди нахуй. Ох ты, взорвался. Но он не сдох. Ну хорош ты, блядь, сейчас он меня наебнет опять. О! Подрыв. Детонация. Подожди, наверное, надо сверху. Правильно ведь? Вон там, вон туда добежать. Нам еще две локации надо пройти. Твою мать. Ну ладно. Я думал, не заденет, скотина. А тут мы потухнем. Не, так и будем гореть, смотри-ка. Подожжен. Все, восстановили мы все здоровье. Да, оно особо-то и не убыло. Ладно. Опять эти самые прыгуны. Прыгуны, с которых бабок немерено просто вылетает. Значит, нам надо сюда, в эту сторону сейчас пройти. Ёб твою мать. Что такое? Это я так отлетел? От чего я так отлетел? Ну, что-то с экраном, блядь, происходит, нахуй. Не то. Все, загнулась. Загнулась, скотина. А с нее что-нибудь вылетело полезное? Полезное с нее, походу, ничего не вылетело. Ладно. Тут этот дождик, твою мать, сбивает. Слушай, действительно ничего не вылетело. Ах ты, сука. Ну-ка, карта. Мы здесь можем пройти, правильно? Или нам сюда и надо? Нам сюда и надо, походу. Все, забили. Забили козлов. Нам сюда ведь и надо, наверх. Да там еще одна летает, ты прикинь, а? Ай, цепь прервана. Ну и хуй с ним.
О, что-то с неё повыпадало. Но полезного особо такого ничего и не выпало. Какие-то ресурсы. Нихера себе, у меня жизни сколько отнялось. Сюда. Так. Так. Зеленая дичь. Зеленая дичь. Что-то с него выпало. Какая-то деньга. Еще одна. Еще одна. Правильно идем? Да правильно. Нам надо наверх сейчас забраться. Наверное, тут будет... А что тут будет? Да ладно. Тут лианы. Подожди, пчелы, идите нахуй. А как мне наверх-то залезть? Подожди, тут... Тут по-любому же наверх-то нам надо как-то попасть. Новый уровень. Не может быть это так. Хорош, подождите, мы там были, это точно. Там мы были, хорошо. Там деньги уже пропускаю, уже до пизды, блядь. 43 тысячи денег, я не знаю, куда их тратить просто. Куда их тут можно потратить? Так, я лечу. Наверх лечу. И чего? И я все лечу. Стой, блядь, там это самое было. Ёпта мать. Стена там с ключом. Которую можно разрушить. Во! Твою же идти, блядь. Во! Ключик взяли, охренительно. Ключи нам никогда не повредят. Блядь, пчела. Да что ж ты будешь делать-то? Во! Надо было сразу херануть этот улей. Так, где я? Я здесь. Сейчас надо будет нам направо с этой локации пройти. Блять, я жадный нахуй. Надо собирать все мешочки с деньгами. Что-то еще взяли. Деньги. Деньги сыпятся рекой просто. А мне в начале игры казалось, что тут будет дефицит с деньгами. Какой там нахуй дефицит? 40 тысяч с лишним, 43 тысячи. Эй! Она чем-то сиранула по нам? Ладно, нам сюда. Вроде бы, правильно? Ну-ка. Сейчас мы дойдем до туда обязательно. Да все правильно, нам сюда. Хоть бы что-нибудь еще выпало, я не знаю, там какая-нибудь шмотка, схема шмотки или еще эликсир, удар, подвеска, кулон, там кольцо. Все перебрал. Вот, ух ты, это кто такой? А, у нас такой был. У нас такая штука была. У нас такая штука уже попадалась. Только что-то с нее вообще ничего не выпало. А почему? Критический удар 2000. С хуем. Критический удар. Ну, не-не-не, была у нас такая штука. А тут не по лианам ли надо было забираться нам, а? Мы же вроде бы были с этого края-то. Да что ж такое-то, блядь, куда вы беретесь? Так ты, сука. Не сдохла. Вот сейчас сдохла. Судя по всему. Судя по тому, что у нее из жопы кошельки. Ох ты, ёпты. Кладбище. Это что такое? Нет, тут мы не были. Кладбище и роза. На могиле. А может, и нам ее и надо? Нет, как ее взять-то? Она не берется. Нет. Странно. Во! Да, по-моему, мы доходили до сюда. По-моему, мы до сюда доходили. У меня что-то вот такое вот... припоминаю. Но не смогли забраться из-за этой самой. Из-за того, что у нас не было умения по лианам ползать. Забираться, точнее.
Ну чего вы не прыгаете-то? Суки. Ох, сколько насыпалось-то снег. Просто. Вообще нормально. Они еще разные, оказываются, я имею в виду, он по форме-то. Я только сейчас внимание обратил, я думал, они все одинаковые. Цепь прервана. Ох ты, как ты так? Куда это я? Все, сдохло. Снег что-то, блядь, дымобезный. Успел. О, с ним что-то наусыпалось. Нормально так. Мы все выше и выше идем. Нет, значит, где-то уже домушка-то это рядом. Ты не сдох. И сейчас не сдох. А сейчас? Ах ты, сука. Ах ты, скотина. Ну ладно. Ну до него далеко, на самом деле, идти. Смотрите, еще сколько клеток до этого флажка. О, сдох. Я думал, сейчас еще успеет ударить нас. Так, 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 пчелы. Где-то у нас, значит, я и этот самый. А, ты дохнуть будешь? Так будет. Сказал, буду. Сказал, буду. Где улей-то у вас, суки? Оп, нахуй. Отлично. Опа. Блядь, больно уж это самое. Зона поражения большая. Есть. Синий гриб. Грибок взяли. Грибок нам пригодится в любом случае. Синий яд это... Ой, синий гриб это... Антидот. От яда. Да ёб твою мать, ну-ка нахуй. А так она будет тут выебываться? Она еще этих самых бомбезных выкидывает. Я что-то, блядь, думал, только обычных. Не, сдохла. Сдохла, какая-то зелененькая штука с нее повысыпалась. А вот, наверное, домушка-то, правильно? Или нет? Нет, не та. Нет, нам далеко. Нам еще далековато до домушки. Да что ж ты будешь делать-то? Пошел отсюда. Просто вот взяли на ее, блин. Просто, блин. Дай твою мать. Ну, все. Замечательно. Ох, сколько все нападало. Что это такое? Ну, уровень. Сколько все нападало-то. А мне куда вот надо идти? Вопрос. Вниз? Ё-моё. Ха-ха, вниз? Или не вниз? А вот если я вниз пойду, что будет? Так, пчелы. Пчелы. И такое ощущение, что мы здесь были, блядь, недавно совсем. Нет, не были. Не были, не были, точно не были. Сохранить. Сохраняем игрулю. Нам до флажка совсем чуть-чуть осталось. Да хватит прыгать-то, блядь. Они когда прыгают, я промахиваюсь по ним. Так, 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 так. Не, не, все правильно пошли мы, наверное. Ох, твою мать. Давай, бей. О, молодец. Эти вот бесполезные вообще какие-то. Сука, с них даже ничего не высыпается нормального. Во! Домушка? Подожди, подожди, домушка. Домушка это хорошо, конечно, но... Там флаг-то как бы чуть дальше по карте находится. И снова здравствуй, мой друг. Я подозревал, что ты вернешься. Подозревал он, да? А у него, наверное, полезного-то ничего и нету. Как я предположу. Атака. 60. 100 защита. 0,5 атака. Цена 5000. Охренеть, блядь. 5000. Кольца.
Да кольца у него тоже нет ничего. Эй, куда? Подожди, я еще не все. Я тебе хотел продать что-нибудь. Ну-ка, в режим продажи. Грибы. Кулоны. Кулон труса. Не, кулон труса я пока продавать не буду. Чумное масло уж точно не продам. Кольца. Кольцо зрения. Великое кольцо бдения. Защита, блин, нахер оно нам нужно? Атака плюс 2, защита. А, выпадение предметов умножается на 3. Бонус опыта, удача. Слушайте, нахер оно нужно, правильно? Давайте продадим его. Так, продали. Ключи, аж 9 штук у нас. Вещички, что у нас тут ему можно продать нового? Вот что-то новое. Каменный щиток. Кусок панциря каменотеса. Продаем. Что еще? А все что ли? У него все остальное есть. Да, гляди-ка. То есть нам останется совсем чуть-чуть. Еще 7 предметов найти, которых у него нет в магазине. Ладно. Ладно. Но. Что это за дом? Зайдем, что ли? Поместье Самачуа. А, смотрите, все правильно. Мы в дом зашли. И вон локация-то на карте продвигается. Продвинулась, точнее. Нам сюда, что ли? Что такое? Что за звук такой? Ох, призрак. Привидение. С моторчик. Блять, ёбный рот. Он еще ёбнет. Нет, не ёбнет. Тех. Курицу надо взять обязательно. Где я? Вот я. Блять, задел, сука. Что такое? Тут темно что-то как-то. Ой-ой-ой-ой. Погоди. Ну-ка вернемся. А что вернемся-то? Что ты делать-то? А, пролезть можно, ёб твою мать. Так, шипы. Шипы аккуратненько. А, заденет, сучонок. Оп, мимо. Иди сюда. Во. Хоп, мимо. Оп. Ой, куда-то я тут вообще провалился. Блин, надо кольцо одеть. Стой, где у нас кольцо-то? Кольцо света. Кольцо зрения. Надо только снять его не забыть. Потом. Так. Атака плюс 20, кольцо зрения. Это... Во, оденем сейчас его. Ну, чуть получше стало. Ключ взяли. Ключ сокровищ. Да, что дальше? Призрак, кстати, куда-то ушел. Дверка. Вход. Вход куда? О! Брошку. Нашли. Нашли брошку. Это куда мы тут портанулись? Сундук. Сундук. Стоять. Тогда кольцо нам больше не нужно, света. Да нахер было не нужно. Кольцо зрения. Великое кольцо ремесла. Оно с какой одет-то было? А, вот. Великое кольцо ремесла. Все правильно? Атака плюс 20, атака плюс 20. Да, все замечательно. Ну-ка, открываем сундучилу. Сундучилу сейчас мы откроем. Что же там мы найдем? Схема. Отлично. Шкура какая-то. Ничего себе. Призрачный жилет. Да ты че? Теплый жилет, имеющий странные физические свойства и улучшенную защиту. Защита 150. Охренеть. Стоит 15 тысяч. А что с ним надо? А мы его сделать можем. Охренеть. Ну-ка, создать предмет. Естественно, создать предмет. Защита, удача. Тут удача плюс 6, защита с восстановлением плюс 2. Ну-ка, одеваем. Ох, нихера себе. Так, 290 защита у нас теперь. Ну и все. Призрачный жилет. В следующую домушку можно идти, кстати сказать. А какого хера я... Ага, я понял.
Какого хера я не могу? А курица там застряла, твою ж мать. Так, стой, что-то у меня тут переключилось не то немножко. Все, сдохло. Двинуло кони. Двинуло кони. Кстати, тысячу... Нам надо тысячу этот самый... Как сказать-то, блядь? Тысячу ударов нам надо нанести. Вот этой штукой-то будет гораздо проще это сделать. Ну, сатыга уже есть. Они, правда, это самое, к сожалению. Сбрасываются, надо на каком-то боссе это делать. Ох, блядь! Что такое? Ну, сдохла. Сдохла, ничего с нее не выпало. Какого хрена? Какого хрена, спрашивается? Где ты? Темно. Темно, блядь, бомбезный нахуй. Задело, твою ж мать. Ох, сколько денег-то выпало. Ну, можно идти наверх, на самом деле. Тут делать-то нечего. Скорее всего. Опа, вон бомба лежит. А зачем? Для пчел, что ли? Для пчелок? Вряд ли. Ну-ка вниз прыгаем. А, стоять, стоять, стоять. Тут что-то он лежит. Вот бомба-то для чего нужна. Ну-ка погнали. Сейчас мы ее соберем, это самое. Куда ты, блядь, падаешь-то, твою мать? Так, поехали, бегом. Бомба. Ага. Что, блядь? Из этих питон... Она взорвалась, блядь, раньше положенного. Там ключ лежит. Ну, ключ возьмем, пригодится. В любом случае его даже продать можно. Они стоят тоже как нехило. Косарь. Хотя деньги нас особо сейчас не интересуют. Вот. Ой. Ебать, три ключа. Три ключа, это вообще охренеть не встать. Я только один видел. А их тут целых три штуки. Обалдеть. А где эти зелененькие-то? Вон они. Серо-зеленые какие-то. Простыш какого цвета. Ну ты че, ну ёб ты мать, ну упал. Все, сдох. На выход. Или подождите, мы здесь еще не были. Кстати, кстати, а мы действительно здесь не были. Там что-то лежит, какая-то бумажка. Ну-ка пойдем возьмем. Заметка. Три других имения на лугу опустели. Было ли к этому причастны... Были ли к этому причастны хозяин Кейн и тот генерал? Я никогда не узнаю. Хозяин больше не выходит из своего кабинета. Порой я слышу его плач. Иногда безумные крики, звуки падающих и разбивающихся вещей. Но он не позволяет мне войти. Что творится в этом доме? Пиздец творится в этом доме. Я прям чувствую. Чувствую. Пиздецом попахивает. О, каменный хуила. Так. Готов. Теперь нам надо портануться куда-то так удачно. Сейчас дойдем до этого самого, до телепорта. А, блин, у меня камни телепорта-то нету. Охренеть. Блять, пчела. Пчелы, пчелы, пчелы. Подожди-ка, как же нам... Сохранить игру, карты мира. Я не могу портануться, не могу, сука. Придется пешком бежать. Ну ладно. Что делать-то? Да, нет, ну, камни можно купить. Не вопрос. Но они каких-то денег стоят. Нереально. Да ты заебешь, ты, блядь, ты ебаный ты рот. Я хоть попадаю хоть раз по ней, интересно, да? Или по ней просто физически невозможно попасть. Непонятно. Ну что ты, ёбтой мать, выжить? Да хватит, ну куда ты? Бля, опять кнопку заела. Заебал этот курок. Давай, 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 херач. Все, сдох. Я еще загорелся к тому же.
Ну просто молодец. А, это не я загорелся-то. Я не горел. Я не горел, это наш вражина загорелся. Можно, конечно, просто пробежать. И плюс ко всему, что здесь вот? Стой, стоять, наверное. Вот в этой-то стороне что у нас находится? А в этой стороне хер его знает, что находится на самом деле. Нам раз, два, три, четыре, пять локаций бежать. Я даже не знаю, туда, может, не пойду. Все, двинула коня? Нет, не двинула. А вот теперь двинула. Бесполезная херня на самом деле. Сейчас, если будут тут этот исчезающий появляться, я просто мимо пробегу и все. С него полезного ничего не выпадает. А времени на него уходит много. Ладно, там эти мелкие, с них хоть денег нормально падает. И убить их просто. Да, блядь, вот это ебануло. Вот это херануло. Я потухну сегодня, интересно знать. А где улей-то, блядь? Улей что-то я не вижу совсем. Сейчас еще уровень у нас качнется. Ну вот этих синих можно херачить. Они ничего не урона никакого не наносят, но с них денег выпадает нормально. Какая-то он эксклюзивная вещица выпала даже. Какой-то ресурс, стройматериал. Сука, как тебя, блядь, въебашить-то нахуй? Ну, пошел нахер. Сука. Его мечом, я так понял, попасть в него невозможно. Только вот с помощью фиджет. Так, ну-ка карту глядим. Нам надо вниз. Ну, почти уж пришли на самом деле. Так. Пчелки. Почти уже пришли. Четвертая вещь. Кора? Мне кажется, это отрицательный герой. Я думаю, что-то она тут замышляет, сволочь. Не зря она эти четыре вещицы нас попросила принести. Нахера ей они нужны? Для какого-то ритуала? Может, она колдунья? Вот. Теплый крендель нам выдали. Ух ты ж, блядь, ничего себе попало. Охренеть. Попало, но сдохло. Тут же. Меньше выебываться будет. Правильно? Меньше будет выебываться, скотина. Оп, топ, тихо. Да. Все-таки на всякий случай, наверное, нам один камень телепорта надо купить просто. Пусть он лежит, правильно? Потому что ради вот таких случаев там что-нибудь какое-нибудь задание появится на другом конце карты. И будем мы тут с вами полдня бегать. Еще бы вот узнать, деньги, в принципе, тут важный такой ресурс. Может, бесполезный, может, не стоит их копить в таком количестве, имеется в виду. Почти пришли. Все. Вот она, локация. Вот как-то нам надо попасть наверх. Вопрос как? Ну ведь отсюда ведь. Знаете, что печально будет? Печально будет, если вот сюда, чтобы попасть, надо вот как-то вот так вот будет пройти. Не здесь, не отсюда, а вот отсюда именно. И это будет большое горе. Это будет пиздец. Проще говоря. Кора! Прошу, найди эти предметы. Сука, а ведь так, скорее всего, или нет? Ага. О, господи, блядь. Это какой-то Ори начался.
Стоять, стоямба. Стоять. Ну-ка. Нет, наверное, все-таки идти-то сюда надо. Все-таки мы правильно идем. М-да. Подождите, а тут что такое? Почему? Эй, блядь, ничего себе. Ничего себе, я думал, там пол есть. А тут нет никакого пола. А, это мы с этой стороны появились, все, я понял. Там где-то улей. Что? Где у нас пчелы? Так, пчелы нет. Нет у нас пчел. Нахрена я спрыгнул-то, а? Вот, блин, жадность, а. Захотел монетки собрать, а тут их всего, блядь, две штучки. Подожди, а здесь у нас можно... Здесь нельзя пройти. А почему? Здесь такое ощущение, как проход. Нет, не проходит он. И еще... Стоп, там что-то еще выше я могу пройти, ведь правильно? Секреточка, блядь, да ты глянь-ка. Обалдеть. Ой, где? Твою мать. Стой. А как нам посмотреть-то? Ага. Роза, каждый раз, когда я выхожу через кладбище на поляну скорби, я преклоняю колено перед ее усыпанной розами могилой. Однажды моя преданность будет вознаграждена. Это про Розу. Которую как раз мы видели на кладбище-то. А и что здесь такое? Просто вот эта бумажонка лежит и все? Ну ладно. Ладно, пойдемте дальше. Так, получил пизды и съебался. Все по стандарту. Все по стандарту. Не, ну здесь вот уже светло. Здесь уже светло, хорошо. А кто... Так. Что-то я не вижу этой самой... телепортирующейся хрени. Так, спокойно. Сейчас лишь бы только на шипы не нарваться. Пчелы. Пчелы. Пули просто с двух теперь ударов убивается. Ладно, а мы сейчас если упадем. Интересно. Там пол вообще есть? А, тут пол-то близко. Так ты, сука. Что? Цепь прервана? Как прервана? Сдохла. Блин, с него вообще перестало что-либо выпадать. Это грустно и печально. Ну иди сюда, значит, ты там стоишь-то. А по-любому ведь и поверху там можно было пройти куда-то. Я, может, что-нибудь не так делаю? Смотрите, с него очень чуть... Нет, что-то какие-то... Пара кошельков все-таки выпало. И нет никого. Да, что ты будешь делать? Так. Сдохнет, скотина. Сдохла скотина, он что-то... А, вон с нее душа вылетает. Ну, правда, по-моему, не часто она вылетает. Нам бы где телепорт найти, было бы неплохо. А может... А, прямо перед домом должен быть, по идее, телепорт, сохраняшка. Стой, что-то оставил? Нет, ничего не оставил. Глюки. Глюки уже начали. Блять, ебаные пчелы, нахуй. Ага, это мы можем. Ой, стой, ты что не зацепился-то? Да что такое? Ну почему? Так, там продаван есть. Продаван есть. А продаван мы что-нибудь продать можем? Купить у него явно ничего нам не надо покупать. А вот продать-то. Продать, может, что-то и будет. Ничего нету. Ничего нету у него.
Стоять, а там что за приступок такой был? Вот это вот. Ничего, просто так балкончик. Странно. Ну да ладно. Опа, какая-то бумажка. Что такое? Кафе. Если сможешь, приди в кафе Фогхорн. Что-то мешает нам встретиться. Если не сможешь, то все равно иди в кафе Фогхорн. Зачем? Так, там что у нас, бомбезный? А нам надо. А сейчас мы бомбезного накрячем. Очень простым способом. Вот таким. А, там сундук. Все, сдох. Тут сундук у нас есть. Неплохо. Так. Опа-на, какая-то схема выпала. Хот-дог. Что за схема? Да и куда ты нахуй? А схема чего это выпала-то? Неправильный жилет. Защита 120. Удача плюс... Собрано из весьма ужасных созданий. А у нас 150 защиты и удача плюс 6. Это 120, это похуже. 120 защиты всего лишь. У нас жилет, жилетище просто. Стоять. А как туда пройти? Кажись, знаю. Нет, не знаю. Как-то летать, что ли, можно? Погоди, там ключ. А, ну ключ можно сверху собрать как-то. Ключ-то мы сейчас соберем, я думаю. Или на обратном пути. Стоп, куда я иду? Нам туда не надо. Или надо? Уже 50 тысяч насобирал денег. Да это ж просто, блядь, праздник. Сегодня. А, наверх я иду, да? Но там можно было и вбок куда-то пройти. Да ты что? Опа, телепорт, отлично. Телепорт, телепорт. Это тупиковую зону, что ли, хотите сказать? Ну-ка, сохраняем игру. Игру, люд, надо сохранить. Ну и давайте-то до дома дойдем в следующей серии уже. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.